Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы монтируем душевую кабинку. Метр на 2 на 2,60 в баках будет с подогревом 150 литров. Тут будет она стоять. Закончен монтаж душевой кабинки. Душевая кабинка свалена с профильной трубы 20 на 20. Стенка трубы 1,5 мм. Труба оцинкованная. Плюс полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. По каталогу РАЛ 7035. Двери. Шпингалеты изнутри снаружи. Трапик с брусочка 40 на 30. Поликарбонат белый, карбоглаз, наверху прозрачный, как парник, бак 150 литров с подогревом, шторка, мыльница, лючочки для полотенец, лейка, все красиво и надежно. Выход для шланга в бак. Розетка сзади выведена. Вставили душевую кабинку метр на метр, высота 2,60. Свалена душевая кабинка с профильной трубой 20 на 20. Стенка трубы 1,5 мм. Труба оцинкованная, плюс полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. Поликарбонат синенький 4 мм. Серого цвета, наверху прозрачный, чтобы бак нагревался. Нагревается очень быстро. Бак 150 литров, без подогрева. С такой вот леечкой. Трапик старенький, душевая кабинка акционная. По большой скидке продана. Сзади выведен шланг для налива воды. В душевой кабинке здесь будет стоять метр на метр, 2,60 в высоту. Приступаем. Закончили монтаж душевой кабинки. Душевая кабинка габарита метр на метр, высота 2,60. Фундамент. Брус у нас 100 пропитан антисептиком. Трапик сделан из бруска, скручен 30 на 40. Свалена конструкция вся с профильной трубой 20 на 40, 20 на 20. Труба оцинкованная, полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. Бак 150 литров с подогревом. Здесь провод. Розетка для подогрева бака, выход для шланга. Также стоит лейка с держателем, регулятором по высоте, мыльница и крючки для полотенец. Уровень воды, шпингалеты закрываться изнутри. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.